В Новой Майне продолжаются работы по реконструкции системы водоснабжения. Проблемы с водой в поселке длятся десятилетиями. В поселке проживает около 5000 жителей, и все они находятся в одинаковом положении. Воду из крана используют только для хозяйственных нужд. А вот чтобы выпить чай или приготовить обед, воду приходится покупать в магазине, ведь содержание железа в местном водопроводе превышает норму в 10-11 раз. Я уже вот проживаю в Новой Майне почти 30 лет, и качество воды остается желать лучшего. От того, что вот в воде большое количество железа содержится, практически невозможно носить белые вещи. Жители неоднократно обращались с просьбами и, наконец, были услышаны. По проекту здесь появятся новые скважины, установят насосную станцию, накопительные резервуары и станцию водоподготовки. Вода будет очищаться по новой современной технологии. Вода со скважины у нас будет поступать на станцию водоподготовки. Здесь происходит там поэтапное ее восстановление норматив. Потом эта вода подается уже с помощью насосной станции в резервуары хранения воды. И уже после резервуаров насосами она будет подаваться потребителю. Работы на объекте ведутся с прошлого года и выполнены на 60%. Уже в этом году в домах у жителей появится чистая питьевая вода. После планируется провести водовод до села Собакаево и Лебяжье. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.